зависимости, кондиционирование воды, понижение pH и так далее. Начнем, наверное, с простого кондиционирования воды. Наверное, многие встречали, если фосфаты, фосфат содержащие удобрения смешиваются с некоторыми с водой, происходит помутнение. То же самое бывает с пестицидами, выпадает осадки, выпадает хлопья, все дела. Вот. У нас здесь есть, конечно, мы можем на обычной воде, но будет густота не так видна. То есть обычная вода из-под крана. И фосфаты. Раствор фосфата. Добавляем. Видим, что вода становится мутной. Давайте для большей наглядности просто добавим туда немножечко. А у вас какой pH воды? Проверяйте сегодня. Добавим немножечко ионов жесткости, которые есть в воде. Вот у нас вода становится мутной. Она уже не прозрачна. Для этого у нас есть, для того, чтобы избавиться от этой мутности, разрабатываем кондиционер воды. Буквально чуть-чуть. Все снова прозрачно. То есть все опять у нас все прозрачно, следовательно, не будет никаких забываний форсуна. Не будет выпадания хлопьев, то есть жесткость, та, которая была в воде, мы ее подумали. Это какой препарат так делает, если на продукцию перевести? На данный этап препаратура тоже планируется еще. Пена. Начинаем какие-то пестициды, гербициды. Многие из них пенят очень сильно. Эта пена, естественно, мешает, потому что ни объема, ничего не понятно. Сейчас мы обычный неоногенный ПАВ, просто чтобы сделать лучше. Которое мы берем. Пеногаситель хороший, а франция короткая. Да. Нет, вы можете видеть. Если вы еще подождите, она уходит. И уходит достаточно быстро. Он у вас будет в какой пеногаситель? В литровой, скорее всего. Я покупал терминатор. Ну и вот ладно, смешали. Вот сейчас Андрей только попытался его взболтать, да? Блокирует образование пены. Вот у нас есть, он держится, здесь ничего. А расходы там будут, я думаю, не больше, чем 100 грамм на бак. Что, ну, во время производства, как бы, это технологично, потому что оно пена сбивает, оно несколько топоров. Во-вторых, уже при использовании. Но опять же, как бы, поскольку у меня больше для пеногасителя могут не носить, как бы, это хорошо. С точки зрения экономии, с точки зрения просто незнания того, что дадите, какие вообще пожары. Видно было.
Вот здесь 3 капельки просто покрашенной воды, чтобы было видно. Чтобы просто было хорошо все видно. Потому что мы переходим к следующему нашему, это супер смачивает. Для наглядности, вот опять же, что сейчас для смачивания, смачивателя используют чаще всего? Неоногенный ПАВ. Тренд 90. Тренд. Вот это аналог тренда. Вот, собственно, оно и есть. Вот мы берем маленькую капельку его, ночим, ну, как-то особого эффекта незаметно. После этого возьмем наш суперсмачиватель. И поступим таким же образом. То есть точно так же. Я ничего не набираю никак. Я просто чуть-чуть смачиваю. Ну, смочило. Ну да, а как он будет свойства на растение прилипать? Ну, то есть он стечет? Он не стечет. Помимо того, что вся поверхность листа будет не отдельными каплями, а ровным слоем распределена. Кроме этого, мы проводили эксперимент, но, собственно, видно, вот сейчас, если он сюда дотечет, эта капля тоже. Это просто вода, это с неоногенным. Мы ей поможем дотечь. Вот. 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 Сейчас мы как раз. Сейчас мы как раз и покажем чистую с водой. Да, да, все есть. Последний запах. Цветок страдает постоянно. А кому легко? Капля не смачивается, и она скатывается как шарунок. А восковая кутикула плюс эти микро... Как она проникает через эти самые верхние поры? Нет, обволакивает. Кроме того, это еще очень важно для многих растений для питания, потому что на верхней и на нижней каких-то листах, как бы у них есть устрица, других нет. И так реально в жизни уже происходит. Сейчас капля чуть меньше. Ты же показываешь. Тут вообще, конечно, на России шикарно. Вот она, собственно, вся. Если вы работаете... На данном этапе еще один адъювант наш, пенетрант, вот, который помимо того, что позволяет проникнуть внутрь растения, любому веществу лучше, будь то удобрение или же какие-то гербициды, пестициды, неважно. Кроме этого, в отличие от многих тех, которые есть на рынке, он не разрушает окончательно восковой слой. Вот. То есть многие, которые есть, они на спиртовой основе. Да, для гербицидов это хорошо, потому что восковой слой полностью разрушен, растение и так должно погибнуть какое-то, и оно погибнет даже быстрее. Но если это будет удобрение или будет попадать там на то, что не должно умереть, вот. В данном случае восковой слой он просто растворяется, но не смывается. Он растворяется, вещество туда проходит, действующее, и дальше восковой слой заживает обратно. Кроме этого, хорошо регулирует размер капли. То, что очень важно при внесении, в первую очередь, наверное, удобрений, даже это уменьшение капли, правильный конус. То есть его не сносит ветром, просто добавив вот этот вот пенетрант. Сейчас я вам покажу, как он, собственно, работает. Ну, это ее оптимальный размер, это 100-150 микрон. Не важно, что это надо еще нужно исследовать, как бы, но в принципе цело, оно сменяет каплю, то есть нет, скажем так, большого расстояния. Сейчас я вам покажу, собственно. Кроме того, полосу обслуживаешь, шикарно видно, как он этот, как идет распыление. Я думаю, что там на любой форсунке он шикарно. Плюс, опять же, этот пенетрант у нас с буферизирующим действием, то есть он снижает в какой-то степени шумовщик. То есть дополнительно уже покупать это не надо, да? Ну, смотря для чего использовать. Давайте я покажу на обычной воде конус, который все прекрасно видели, все прекрасно знают. Вот такое, это обычная вода у нас. Конус с разными каплями, перекрещенный, ну, в общем, некрасивый.
Не, ну если новый распылитель. И теперь после добавления всего 5 литров на тонну. Тонну воды. Шамотина была. Вот, собственно. За счет чего? Еще раз посмотрите, как 5 литров на тонну воды.